Все сорта слив можно разделить на два типа. Те, которые способны к самоопылению, и те, которые опыляются от других сортов. Намного проще выращивать и ухаживать за сливами самоплодными. С такими сортами вы будете на все 100% уверены в получении хорошего урожая. Анатолий Попов много лет выращивает различные сорта, но из всех выделяет Аннушку. Этот сорт очень быстро вступает в плодоношение и на второй-третий год уже способен давать хорошие крупные плоды. Слива очень неплохая сама по себе. Получается красно-коричневая, очень вкусная сама по себе. Косточка у нее от мякоти очень хорошо отделяется. Она идет что для варенья, что для компотов, без разницы, что так покушать. Слива очень вкусная. Сама по себе слива зимостойкая. На Урале у нас растет, ну, где-то примерно больше 20 лет уже. Сорт сам по себе скороплодный, как я сказал уже. Сорт с кустика можно собирать примерно, ну, не соврать, килограмм 30 сливы. Слива собирается это в конце августа, начало сентября. Отличается тем, что она не осыпается, как другие, вот, например, сливы других сортов. Ну и совет тем, у кого вот осыпается слива очень часто. Обычно это получается, что не хватает калия. Можно произвисковать почву рядышком со сливой, внести калийные удобрения, это будет очень хорошо для сливы. Также не забывайте, что сейчас самое благоприятное время подготовить сливу к зиме. Деревья уже не поливают, травку вокруг ствола не пропалывают, а прикорневой круг необходимо подпитать комплексным удобрением. С такой подпиткой ваша слива спокойно перезимует и благоприятно выйдет к весеннему цветению.